Наше предприятие на протяжении 20 лет успешно производит лекарственные препараты различного назначения. Мы следим за развитием науки в области фармацевтики, анализируем и внедряем новые технологии, постоянно обновляем линейку нашей продукции. У нас, иначе говоря, на предприятии представлено различное оборудование для производства лекарственных средств от гранулятора до автоматической линии по наклеиванию самоклеящихся этикеток. 5 лет назад наш завод вошел в состав крупного холдинга по производству лекарств и биологических добавок в Калининграде. Присоединение дало нам возможность увеличить производственную мощность и обновить оборудование и провести обновление линейки продукции. Я 10 лет работаю главным технологом на производстве и хорошо знаю все технологические процессы. В фармацевтическом производстве очень важно контролировать качество сырья и готовых лекарственных средств. На производстве проверяют показаниями уровня влажности, времени плавления, прозрачности, времени распада и растворения, количественного состава, таяния, параметры твердости. Чтобы продукция полностью соответствовала требованиям гигиены, необходимо было по сути серьезно подходить к вопросу выбора оборудования. Специалист по маркетингу в качестве маркетинговой стратегии предложил наносить на таблетки от простуды логотип нашей компании. Логотип на таблетке – это технологический процесс маркировки в фармацевтическом производстве таблеток. Мне поставили задачу найти оборудование, которое будет обеспечивать нанесение логотипа на таблетки диаметром 6 мм и обеспечивать принтирование 300 тысяч таблеток в течение одной смены. Я привык делать свою работу качественно и работать только со специалистами. К вопросу выбора машины для нанесения логотипа на таблетки я подошел серьезно. Для поиска оборудования не стал пользоваться интернетом, потому что часто за красивой картинкой скрывается непрофессионализм. Я посетил международную выставку оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства, которая проводилась в Москве. Аппаратов для нанесения логотипа на таблетки, капсулы, пищевые продукты на выставке было по сути представлено много, различных производителей из разных стран мира. В основном выбор аппарата зависит от желаемой производительности и основы для нанесения логотипа. Какой вид машины для нанесения логотипа на таблетки выбрать для нашего производства, я планировал решить уже по прибытию на предприятие. На выставке я взял контакты у их представителей 3 предприятий, которые, в принципе, могли, согласно представленному ими каталогу, произвести разнообразные конфигурации аппаратов для нанесения логотипа на таблетки. Вернувшись на завод, я начал связываться по телефону с представителями предприятий-производителей оборудования. Компания из Германии могла машину для нанесения логотипа на таблетки, однако попросила лично приехать и подписать договор. К сожалению, я не мог выехать в Евросоюз, так как у меня не было, по сути, визы, а процесс ее оформления занял бы не менее 3 месяцев. Компания из Китая выслала каталог продукции на почту, я долго выбирал, но не смог разобраться, какая возможная производительность у аппарата, какие таблетки подходят для данного оборудования. 3-й производитель из Краснодара выслушал меня и ответил, что сможет произвести оборудование для нанесения логотипа только через 6 месяцев, ссылаясь на большой объем заказов. Мне пришлось отказаться, так как машина нужна была, по сути, в самые короткие сроки. Оборудование необходимо было, по сути, найти и купить обязательно. Самостоятельно это сделать у меня не получилось. Это немного поубавило моей уверенности. Я планировал найти специалиста в области поставки оборудования, который, в принципе, даст мне хорошую консультацию и сможет поставить машину в течение 2 месяцев. Решил посмотреть в интернете компании, которые, в принципе, занимаются поставкой фармацевтического оборудования. Мне нужен был профессионал, который, в принципе, работал бы длительное время в сфере поставки фармацевтического оборудования и имел положительные отзывы клиентов. Я выбрал 3 самые презентабельные компании. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджеров. Специалист одной компании сказала подождать 5 минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер другой компании из Самары поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности машины для нанесения логотипа на таблетки, сроках изготовления. Через 5 дней на почту я получил от них 9 вариантов различных машин и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода, и мне не помогут в решении поиска оборудования.
Последний, третий вариант посредника из Москвы оказался для меня удачным. Менеджер-мужчина говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о материале, основы на которой, в принципе, необходимо наносить логотип, размерах таблеток, требуемой производительности. На этапе консультации он предложил машину для нанесения логотипа на таблетки. Я решил внимательно изучить предложенные варианты и, в общем, если он мне понравится, то согласовать его с руководством. Специалист компании выслал мне на электронную почту технический паспорт и инструкцию по эксплуатации оборудования. Я тщательно изучил возможности машины и его характеристики, посмотрел отзывы предложенного оборудования в интернете и пришел к выводу, что это хороший вариант. Машина была, по сути, приемлема по характеристикам и качеству. В течение недели мы заключили договор на поставку автомата для нанесения логотипа на таблетки. Менеджер за две недели сообщил о степени готовности аппарата для фасовки порошка. Машина была, по сути, поставлена в регламентные сроки. Автоматический принтер для печати на таблетках компактная по своей структуре и простая в работе модель. Печать может осуществляться в один цвет с одной стороны или в два цвета с двух сторон. Принтер управляется с панели управления. Мы остались довольны автоматическим оборудованием для нанесения логотипа на таблетки, порекомендованным и поставленным менеджером этой компании. В любом деле лучше обращаться к профессионалу, и тогда ваша задача покажется не такой и сложной. Люди думают, что профессионалам в своем деле все дается легко, однако я точно уверен, что такие специалисты работают, чтобы, главным образом, нам так и дальше казалось.